Ну и традиционно очень красивая, эстетически красивая модель Packard Bell. Это модель Easynote на процессоре A6, 15,6 дюймов. Вот хорошо хватает цвета. Очень красивые белые клавиши островного типа. Классно нажимаются. Очень приятный на ощупь полированный пластик, не марки совершенно. Тачпад без шероховатостей, с зоной для прокрутки. Клавиша-качелька, тоже полированная, не остается на ней никаких отпечатков. Очень красивый полированный пластик белый, совсем не марки, как я погляжу. Такой же пластик используется на ободке дисплея. Сам дисплей тоже глянцевый. Моделька чертовски красивая, должна нравиться девушкам. Петли вот так ходят. Ну, очень красивый. Что у нас сзади? Сзади у нас логотип Packard Bell сбоку на металлической вставке. И такой же полированный белый пластик. У этой модели есть еще близнец. Вот такой вот с красным вариантом. У него красная крышка. Ой, как много красного. И вот такая красная панель. Она тоже полированная. Хотя вот выглядит какая-то рельефная структура, но на ощупь это все полированный пластик. И вот очень клевая такая шероховатая матовая поверхность. И вот такой вот изгиб еще. Ну, в общем, дизайнерская штука. Хотя клавиши здесь мне нравятся меньше, чем у белого. Ну и красный цвет все-таки это больше для девушек, как и белый. Вот характеристики. Но их вряд ли будет видно. Easynote LS, 8 гигабайт оперативной памяти, а процессор A8-3500 с графикой 6740G2, гигабайтом видеопамяти. Симпатичная штука. На этом заканчиваем.